На одной из израильских миндальных ферм жужжание пчел теперь заменили гудением специальной машины. Владельцы, обеспокоенные сокращением популяции пчел по всему миру, решили испробовать новый способ опыления. Для этого используется аппарат с множеством трубок. Мы используем машину, которая позволяет выстреливать пыльцой. Мы ее не распыляем, а выстреливаем ей в крону. Нужно, чтобы она оставалась на ветках, а не летала в воздухе. Мы добавляем элементы, которые позволяют пыльце приклеиться к кроне, а не склеиться между собой. Пыльца обычно липкая, поскольку должна приклеиться к пчеле. Обычно опыляют цветы пчелы, но из-за использования пестицидов и других факторов их становится все меньше. В компании уверены, что смогут полностью заменить насекомых. Популяция пчел сокращается. Сельскому хозяйству в международном масштабе нужно решение, которое не зависит от пчел. Оно должно дополнять работу этих насекомых или полностью их заменить. Впрочем, многие по-прежнему уверены, что пчел заменить невозможно. Любая разработка для сельского хозяйства – это хорошо, но не думаю, что она может заменить медоносных пчел. Конечно, она может помочь монокультурам. Владелец компании-разработчика уверен, что уже в ближайшем будущем популяция пчел может сократиться еще больше. Мы на самом деле усердно работаем, чтобы предотвратить кризис. Через 15 лет насекомых в мире будет недостаточно, чтобы обеспечивать опыление, и большинство наших фруктов исчезнет. Пока компания производит свои опылители в небольших масштабах. Заказы выполнили для компаний в Израиле, Австралии, Испании и США. Однако уже к 2023 году она хочет наладить промышленное производство своего изобретения.